25 декабря ставим елку. Предпочитаем настоящую. Больше как-то запах идет совсем другой. Вроде живая же. Елочка искусственная, потому что уже с женой в годах убираться посетить иголок нет, а это хорошо так нарядили, разобрали, снова собрали. В начале декабря, может, поставим, чтобы уже как-то новогоднее настроение было. Будем наряжать, как всегда, каждый год наряжаем обычными елочными нашими игрушками. Звезда, шарики разные, серебристые, красные, желтые. Зеленые. Разные шарики такие. В прошлом году мы украшали полностью серебряными шариками, а в этом году мы будем украшать зеленую елочку, мы уже купили искусственную, красными, полностью красными шариками, конечно, звезда наверху будет, на верхушечке елки.